Друзья, здравствуйте! С самого начала я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваш выбор. Спасибо за вашу поддержку. Именно благодаря вам Genetic Lab достиг тех высот, которые я перед собой ставил. С самого начала этого бизнеса я хотел, чтобы наша компания стала для российского рынка тем же самым, что компания Optimum Nutrition для всего мирового рынка спортивного питания. Я хотел быть гарантом безопасности, качества и эффективности продукции. Так и произошло. Благодаря вам мы номер один среди российских производителей. Но у каждой медали есть две стороны. И мы, как компания Optimum, столкнулись с проблемой. Это проблема контрафакта, подделки. Мой долг, моя обязанность вам об этом сообщить. Мы получили информацию о том, что в обороте находится поддельная продукция. Я уверен, что ее не такой большой объем, и она практически уже вышла из продажи, потому что мы регулярно обновляем упаковку, вводим новые системы обеспечения безопасности продукции. Но мы хотим вам рассказать, как можно определить подделку. Это очень важно для нас, потому что это наша репутация и ваша безопасность. Итак, в обороте находится продукт в такой вот упаковке. Мы сейчас снимем ближе, вы сможете во всех ракурсах увидеть. Итак, мы получили информацию о том, что девушка приобрела продукт, ей не понравилась консистенция и вкус. Она с нами связалась, прислала фотографию упаковки, и мы обнаружили отличие от того, что выпускаем мы. Подделка качественная, выглядит здорово, но господа совершили ошибку. У них нет оборудования, аналогичного нашему для нанесения даты, и небольшие ошибки в пакете. Отдельное спасибо хочу высказать не только девушке, но и магазину, где она приобрела продукт, так как человек пошел сразу же навстречу, предоставил нам информацию, где закупал контрафактную продукцию. Он об этом не знал. Молодого человека обманули, и слава богу, что он оказался ответственным, честным и достойным. Он предоставил нам исчерпывающую информацию о приобретении данного продукта. Я уверен, что его вклад в наше разбирательство с данным вопросом, этот вклад бесценный. Спасибо еще раз огромное. Еще в Инстаграме я отблагодарю человека в сторис, потому что, я не могу передать, насколько я благодарен за помощь. За помощь каждому из вас, кто отреагирует в последующем на это видео и поможет нам выявить возможные другие нарушения продажи нашей продукции. Итак, пакет Whey Pro выпускался в таком виде примерно полтора года назад. Он выглядит таким вот образом, много штрих-кодов. Итак, как определить подделку? Номер один зона, куда нужно обратить внимание, это дата и серийный номер. На фейковой упаковке нет серийника, и дата выполнена другим образом, так как у нас разные принтеры. Каплеструйный и термопринтер, которые используются на подделке. Обращаем внимание на дату. Сейчас крупным планом вы видите то, как датируется упаковка сыворотки компании Genetic Lab. И второй момент. Это дно пакета. Как вы видите, у подделки оно белое, на этом виде упаковки именно, а у нас дно синее. Дорогие наши преступники, нужно хотя бы с большей ответственностью подходить к тому, что вы делаете. Палиться на таких вещах, действительно, нельзя. Я был о вас лучшего мнения. Оригинальный пакет, который выпускался именно в таком вот виде, должен выглядеть вот так. Самое важное – это оборотная сторона. Именно на ней мы обнаружили ошибки. Именно вот этот вид оборотки подделывался. Потому что мы регулярно меняем упаковку для обеспечения безопасности. В данный момент в обороте находятся пакеты двух видов. Это цифровая печать, такие красивые, хоть 900 грамм сыворотка. И вот такие вот унифицированные пакеты по 1 килограмму. Они находятся в продаже как в спецмагазинах спортивного питания, также в магазинах общего широкого ритейла. Да? Кстати, мы один из единственных брендов Российской Федерации, кто работает с ритейлом, потому что именно наше качество, наша безопасность, ваша лояльность позволили нам
встать в эти точки продаж. Итак, вот как выглядит пакет оригинальный, выпускаемый в данный момент. Видите, он похож на тот, который был подделан. Прошло уже много времени, этот пакет выпускался в 2017 году, высокий, длинный. Этот пакет выпускается в нынешнее время. Задники у них также отличаются, можно обратить внимание, да, тут уже индивидуальный штрих-код, здесь пакет унифицированный, без доп. Наклеек. В отличие, очень легко, просто. Так выглядит оригинальный пакет, который находится в обороте в данное время. Если вы не уверены, и у вас возникают вопросы по продукции, которая есть у вас, ниже под видео есть адрес электронной почты. Прошу вас сделать качественные фотографии лицевой и оборотной стороны продукта и прислать их нам. Наши специалисты будут проверять каждое письмо с большой ответственностью, и вы будете получать обратную связь. Поэтому мы должны были оповестить, мы это сделали. Сейчас мы выпустили новый вид упаковки, очень красивый. Это цифровая упаковка, у каждого вкуса свой пакет. Во-первых, реально очень красиво, а во-вторых, это очень дорого. Это очень дорого, и подделать, я думаю, будет сложно. Ну, естественно, мы пошли дальше. После обнаружения контрафакта было принято решение запустить проект по созданию кодов идентификации каждой номенклатурной позиции. На каждом продукте через определенное время появятся коды, которые вы сможете вводить на сайте для проверки оригинальности продукта. Да, это дорого, да, это сложно, да, это долго. Да, никто в рынке спортивного питания до нас этого не делал. Ну что же, мы готовы, как всегда, быть первыми. Поэтому проект запущен, уже начались просчеты стоимости, начались изменения внесения в макеты упаковки зоны для наклейки кодов проверки стираемых. Поэтому не то, что мы становимся лучше. Благодаря вам, благодаря вашим отзывам, мы станем лучше благодаря тому, что наш успех признали, нас начали подделывать. Вы же сами понимаете, никто не подделывает непопулярные товары. Только те, кто на вершине, удостаиваются сомнительной чести быть подделанными. Еще один важный момент. Мы сейчас обновляем сайт. На сайте будут внесены те наши партнеры, кто работают с нами напрямую, кто закупают продукцию у нас или у наших оптовых партнеров, обеспечивают безопасность продукции, нормы хранения и где вы можете приобрести именно оригинальную продукцию. Программисты уже работают. В ближайшее время партнеры получат анкеты для заполнения и внесения информации о точках реализации и продажи на сайт. Это дополнительная информация для вас, благодаря которой вы сможете определиться с местом приобретения оригинальной продукции компании Genetic Lab. Еще раз, от меня лично, от всей компании, от всех близких мне людей, я благодарю вас за ваш верный выбор. Мы работаем для вас и ради вас. Вы даете нам огромную силу двигаться вперед. Благодаря вам мы стали номер один. Я думаю, что мы это сделали вместе с вами. Спасибо вам от чистого сердца. С вами был я, Руслан Халецкий, генеральный директор и учредитель компании Genetic Lab Nutrition.